지만 Сломочка опять меня не пускает на бал. Она придумала
Ребята, давайте поможем нашей прекрасной такой девочке. Поможете? Что же надо сделать? Буквы что ли составить? А буквы-то хоть знаете? Знаете? Ну, давайте, ребята. Помогайте Золушке. Красота. Вот сейчас на той бронь-то посижу.
твої. От на царство твоє погляжу. От хорошо. От. Що, всі присмирили? Не царица ти, прись моєго трона. Не дам я тебе управлять там. На свою корону вона... Посмотри-ка, чтобы ровно была, давай. Посмотри. Нормально. Мое дело-то царство. Ладно. Совсем не твое. Что? Не ругайся, разругался тут корону. Дай это, подай. Ты знаешь, что лучше скажи, что ты меня вызвал? Что у тебя случилось-то, стряслось? Ну... Не знаю. Открыл книжку. Да. Вот видишь, много. Библиотека богата у меня. Говорю, ребята, пойдем, давайте в сказку. О, в сказку? И ты тут на метле. Ну ладно, сказки-то и я люблю, слушай. Ой, так мы с тобой подружимся. И я в сказки влюблена. Ой. Вот ты все сказки да сказки спрашиваешь. А дети-то ведь в школу собрались. А в школе-то учиться будут, так на кого-то-то и научатся. Да? Да. Какой-то. А я знаешь чего? Я игру-то я сейчас вот с этими-то умными ребятами не проведу. Да? Ты только на мой трон-то не садись. Я рядом. Ребят, выходите. Да? Пошли. Карточки, скорей. Ну-ка покажите, кем будете вы? Костяк. Поверните. Молодец. Громко. Кем будешь? Что написано, ты знаешь? Ну, помоги. Вот, смотри. Давай, ты кем будешь? Учитель. О, все знаешь, молодец. Учитель. А вы все, да? Молодцы. Ну, давайте присаживайтесь. А, Игуша, ты-то у нас кем будешь? Давай, давай. Я когда еще немножко вырасту, видимо, здесь останусь. Выбирай. Кто еще не выбрал профессию? Паша? Ну-ка давай, Паша. Пока получают ребятки свои карточки, вы читайте. Ой, хороший. Ну что, кто готов? Я. Поворачивайся, показывай карточку. Кем ты будешь? Астроном. О, давайте, молодец, астрономы нужны. Через меня планету откроешь, ладно? Царь-государь назовешь. Полицейский. И мне нужны в царстве моем полицейский, да. Кто следующий? Пожарный. Ой, молодец. Смелый, умелый. Мочь. Говори, я люблю. Журналист, ребята, будет. Записки про нас будет разные сочинять. Давай, статьи. Давай, читай. А ты знаешь, кто это такой, ветеринар-то? Чем он занимается? Я знаю. Давай, помогай. Он занимается животными, он лечит их. Конечно. Это врач животных. Очень хорошая профессия. Ну, давай, Паша. Стоматолог. О, молодцы, ребята. Хорошие у вас профессии. Я думаю, что совсем не сказочные. Что, Игорюшка? Ой, интересные профессии. Книга-то. Да. Книга-то снова меня зовет. Давай, почитай. Слушай. Вот, помоги. Ой, по деревне. А, все. По деревне печь несется. Песень с печи поется, прямо в лес густой летит, и народ на нее глядит. Ребят, кто это к нам спешит? Гостя дружно все встречаем, хлопаем, проверим, правда ли это человек. Еще-то какая!
совсем не знаю. Ярмарки? Ярмарки возвращаюсь. Слушай, ну я же спрошу. Ребят, а вы знаете, что такое ярмарка? Знаете? Да. Что это такое? Ну-ка. Это где подают всякую еду. Так, еду продают. Ну, хорошо, так. А еще что там делают? А? Что там? Знаете? Игрушки, игрушки, да. А что народ делает? Песни поют? Песни поют. Да, ярмарка это песни, пляски, да, упады, всякие сласти дают. В общем, весело там. Мечтает, а счастье мечтает, и может.
дальше. Вышел зайчик погулять, лапу зайки ровно 5. Сколько зайчик лапка? 4. Где ты пятилапого зайца-то видел? Ой, Миля. Полегче. Слушай, я уже не помню, что там какие еще есть. Не подглядывай, да? Так. На уроках будешь спать, за ответ получишь 5. 5-25. Да. Если, ребятки, на уроках то спать, что получишь? Вот 2 ученики, Емеля, понятно? Понятно. Надо тебе в школу и учителя тебе надо, строгого такого, понятно? Не хочу я просто в школу, и не пойду, и не буду. Не хочу, не хочу. Так, а ребятки-то вот пойдут. А я так проживу. Зачем мне образование и то? Ой, какой несговорчивый. А ребятки, вы в школу-то пойдете? Да. Вот мы сейчас и проверим, как они в школу-то пойдут. Ну, давай, вот проверим. Я вот вам вопросы буду задавать, а вы на них отвечаете. Если согласны, громко «да» кричите. А если не согласны, «нет». Попробуем, поиграем? Да. Играем. Нынче в школу вы пойдете? Да. Там друзей себе найдете? Да. Так, в школе будете учиться? Да. А с друзьями будете биться? Нет. Нет. Будете читать, писать? Да. На уроках будете спать? Нет. Нет. А уроки-то будете сами делать? Да. Станете учениками? Да. Ой, это сказку потише. Не могу я больше так. Ой, Сашка, смотри, что знаю, ничего не понятно. Неисправимый Емеля. Ступай в свою сказку. И не надо нашим детям тут мозги всякой ерундой забивать. Давай, 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 давай. Ой, я и так. Давай, давай. Учиться, тебе учиться. Не воспитывай, какой. Ой, царь батюшка, хорошо, что ты его это прогнал. Он такой невоспитанный совсем. Сама-то как? Училась хоть немножко? Чё ты, я загадки загадывала? Ну, да? Ладно. Помогала читать. Помогала я, да. Воспитателя вижу буду. И Гусь, смотри, какая книжка новая, современная. Ой, точно. Да? Чё там такое? А вот смотри, да, картинки какие здесь. Эти люди-то умные, трудолюбивые, да, красивые. Не просто Емеля-то. А вот помоги-то мне, какие-то супремены. Нет. Супермены. А, точно. Mama.
в школе учились хорошо. Читать научат, писать научат, спортивными такими подтянутыми быть научат, да, любознательными научат быть. Да и вообще много чего в школе узнаете. Давайте в школу-то собирайтесь. Слушай, знаешь что, это школу-то ведь не с пустыми руками попадают. Ага. Подожди. А еще в школе научат дружить, ребята. Точно, друзей с собой туда берется. Вот о чем я и говорил. Без друзей никак. Не имей 100 рублей, как говорят, а имей что? О, золотые слова. Ну что ж, что вы там про дружбу? Но ведь чтобы в школу...
надо и знания получать, да? Да. А для этого с собой надо всякие там предметы носить, всякие там математики, чтение, учебники. Вот именно по-современному за меня-то там носили, сейчас как-то по-другому, да? Понятно, золотая молодежь. А сейчас дети портфели носят с собой. Сейчас мы не посмотрим, как они портфели-то будут собирать. Спиши в школу. Забирайте. Сахар.
кататься? На своих двоих? О! Реактивная метла! Портфели-то носить. Да, что? Портфели-то на загривок и поехала. Хотите, научим? Да. Хорошо, тогда становись две команды. Категория С, категория Б, даже Д, все подойдет. Покажите. Руки, а, да? Кто? Поднимайте руки. Так, давайте, давайте, давайте. Проверим. Штрафов? Штрафов у кого нет, главное. У вас нет штрафов? Проходите. Давайте портфель-то в школе нельзя сказать. Конечно, да. Значит, портфель на спину. О,
ребята, замечательно провел я у вас время. И по сказкам ты вы по моим путешествовали. Ну уж простите меня старого, если вдруг задания какие-то были сложные, испытания прошли вы отлично. Я вам желаю в школе учиться хорошо, друзей новых найти, родителей не подводить. А мне уж старому на покой пора. А вам, ребятки, в добрый путь, как говорится. Ну что, сказки почаще читайте. Нас, царем батюшкой, вспоминайте. Мы к вам через них придем и сказку свою не раз заберем. До свидания, ребятки! До свидания! Сад нас по-прежнему ждет, пора нам прощать.
замечательные, вы такие красивые, такие талантливые, такие умные. Вот я вам желаю оставаться такими вот хорошими, радовать своих мам, пап, учиться только на 4 лет, ставить цели, достигать их. А вам, родители, я желаю вот терпения, гордитесь своими детьми, любите своих детей. И самое главное, вы должны помнить, что это ваши дети самые замечательные. Спасибо вам большое. Нашего детского сада.
Помимо необходимых знаний, вы вложили в детей частичку своего сердца, научили их быть добрыми, честными. Оставайтесь всегда такими замечательными педагогами, любящими матерями, прекрасными женщинами. Спасибо вам за наших детей. Когда случайно встретили вас, а вы с теплом детей встречали. И он так прекрасен садик наш, но сон еще прекрасней ваш. Вы нас безмерно обаяли. Когда спасением к вам идем, детишек мы своих ведем. И являете заботу, и ловим мы себя на том, что детский сад второй дом. И вам не просто он работа. А детский сад, а детский сад. Тут каждый сыт, тут каждый рад. И в зимний вечер, летний зной. Наш детский сад и дом родной. А детский сад, а детский сад. Ты просто праздник для ребят. Скажем без прикрас, что очень любим, любим вас. Вы с нами в радость, с нами в грусть, и все стихи, что наизусть, мы тут учили, не забудем. Надежды наши ясны свет, мы с вами столько долгих лет, мы ясны в памяти рисуем. А в детский сад спаситель наш, нам уходить такой пост. На глазах гаснут звезды в небесах.